Здравствуйте. В эфире Телесити. И с вами Ксюша Гагуева. И Максим Рупит. Сегодня наш программе. Спасибо вам, что нас верили, хотя знали, что мы и так бестолковые. Спасибо вам за то, что с нами учились, смотрели нас, играли с нами. Все, кто мы были, одна большая семья. Спасибо вам. Третий сезон Телесити. Ура! А еще сегодня у нас специальный выпуск. Потому что Телесити завершает сезон. И самое время вспомнить все самое интересное. Третий сезон пролетел на одном дыхании и получился по-настоящему спортивным. Судите сами. Владимир Едешко, Николай Валуев, Татьяна Тарасова. Мяч в игру идет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа! Потому что мы жили во дворах. А двор тогда у нас была основа нашего, я не знаю, времяпровождения, что ли, жизни. Уроки оканчивались, все, делали домашнее задание, и все шли на улицу. И вот на улицах вот это вот на самого лучшего. Хочу быть лучшим, хочу лучше быть, чем ты, там, Петя, Ваня или еще кто-то. Лучше, чем ты там во дворе. Это один из основных моментов, в общем-то, жизни. Вы можете, посмотрев на детей, делающих первые шаги на льду, сказать, из кого будет толк? Нет, первые шаги, когда дети делают, я не могу сказать. Я не волшебница, и когда тебя учат читать по слогам, то ты тоже, то про тебя тоже нельзя сказать, будешь ли ты поэтессой, понимаешь? У нас очень сильная конкуренция в женском фигурном катании. Скажите честно, за кого именно вы болеете? Я болею за страну. А где легче держать удар, в спорте или в политике? Удар в политике – это не удар кулаком. Это удар, скорее, интеллектуальный. Поэтому сравнивать тут очень сложно. А еще мы побывали у спасателей, болели за начинающих артистов на конкурсе «Я звездочка». Провели крутую пресс-конференцию с министром образования и съездили в старинный город Торжок. Можно я за руль сяду? Да, пойдем. Одевай каску. Да, не дал ты в квизе готов. Отправляюсь на место происшествия. Прием. Невмержицкая Дарья, школа номер 37. Павел Сергеевич, скажите, что бы вы хотели изменить в системе образования Великого Новгорода и в России в целом? Всегда очень сложно менять систему. В принципе, на мой взгляд, на первых этапах важно вносить что-то в новое уже в действующую систему и смотреть, как происходят изменения, какие реакции сама система выдает. А у нас каждые выходные это также рабочие дни, потому что пока все отдыхают, мы что делаем? Работаем! Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Ты самого сильного возьмем. Где самый сильный? А, убежал. Ну, тогда вот давай тебя. Шляпа у тебя красивая. Рычаги видите? Так тяните их на себя. На нас вон стрелы летят вражеские. Так, тихо. Стоп. Ага, хорош. И первое интервью новый мэр дал именно нашим корреспондентам. Скажите, а в детстве вы думали, что будете занимать такую важную должность? Нет, не думал. Не думал, конечно. Были несколько другие представления о своей жизни, но то, что случилось, это здорово. И, конечно, знаменитости Игорь Колп, Наташа Барбье, Юлия Самойлова и Бедр Скиркоров ответили на вопросы репортеров Телесити в рубрике «Интервью со звездой». Юлия Самойлова специально для Телесити. Николай Валуев специально для Телесити. Наташа Барбье специально для Телесити. Сергей Бусурин специально для Телесити. Я хочу ребятам из школы Телесити, которые готовятся в будущем стать хорошими журналистами, передать сердечный привет
пожелать удачи, здоровья и стремиться к своей цели, достигнуть ее. Не на полпути обратно, а достигнуть. А достигается только с трудом. Это самое главное. Нам есть что вспомнить, есть что показать. Например, наши творческие работы, которые мы представили на грандиозном выпускном. Это был необычный выпускной. Он проходил по-взрослому в настоящем конференц-зале большого отеля. Но добрым и по-настоящему семейным с первых минут его сделал бессменный директор Телесити Игорь Львович. Хочу с чего начать, дорогие друзья, с того, что очередной, далеко не последний, это я вас уверяю, третий по счету сезон Телесити подошел к концу. Вот здесь можно тоже поаплодировать. Да, мы это сделали! А большой телевизионный начальник поделился, почему некоторые телевизионщики завидуют начинающим корреспондентам Телесити. Открою вам такой небольшой секрет, учитывая, да, как говорят, не для записи. И только в этой аудитории никому не рассказывайте, особенно никому не рассказывайте с телевидения, с нашего телеканала, да, будет наш такой небольшой секрет. Некоторые гости, у которых вы брали интервью, честно нам признавались, что им было, в общем, с вами даже в некотором плане интереснее общаться неожиданнее, да, чем со многими деятелями, сказать, уже опытными, да, телевизионщиками, с опытными журналистами. Конечно, ребятам еще многому предстоит научиться. Телевизионная наука так просто не дается. Но то, что новички показали себя молодцами, а старшекурсники по-настоящему удивили дипломными работами, никто не усомнился. Какими качествами должен обладать настоящий спортсмен? Настоящий спортсмен, прежде всего, должен иметь силу воли. Сегодня мы поговорим о великом новом. Он хоть и небольшой, но очень красивый. За мужество, героизм и стойкость жителей Новгорода присвоили звание «Город воинской славы». Всем привет! Сегодня мы заснимем интервью с моей учительницей. Кем вы хотели стать в детстве? Ну, наверное, как и большинство детей. Разные были мечты, разные были мысли. Но думаю, что повлияло на выбор моей профессии, повлияло школа и школьные учителя. Торжок! Очень красивый город. Там много всего интересного. Сейчас вы это сами увидите. Погнали! Баскетбол очень популярный вид спорта не только в нашей стране, но и по всему миру. Он очень эмоциональный и зрелищный. Им занимаются не только взрослые, но и молодое поколение. Перед вами природа нашего города. Но многие люди забыли, что благодаря ей мы и живем. Мы нашли небольшую местность, где очень много мусора. Для того, чтобы его убрать, мы собрали маленькую команду. Ксюша, а что бы ты сделала для того, чтобы в нашем городе стало хоть немного чище? Ну, я думаю, что многим родителям можно было бы провести беседу со своими детьми и рассказать о том, как же все-таки плохо мусорить. Итак, мы на фестивале косплея и веселья StarCon. Репортаж о первом чемпионате бариста в Великом Новгороде. Не бросайте Новгород с родными и друзьями, и дома не бегите вы в Москву или Майами. Необычный поезд с образцами военной техники и вооружения прибыл на железнодорожный вокзал Великого Новгорода. Стрелковое инженерное химическое оружие, боеприпасы, в том числе танк Т-55 и тоннельная машина, минный трал
и так называемый автомобиль смертника. Сейчас все это охолощено. Следы от пуль, взрывов и подпалины на корпусах автомобилей. Будем надеяться, что эта техника и оружие никогда больше не будет воевать против мирных жителей. Надежда Михайловна, приближается великий праздник, День Победы. Кто-то из вашей семьи участвовал в Великой Отечественной войне? В Великой Отечественной войне участвовал мой отец, Уксусов Михаил Антипович, и мой дядя, Яковлев Иван Михайлович. Здравствуйте! С вами программа «Мир глазами ребенка». И мы прилетели на солнечный остров Бали в Глибали. Итак, друзья, давайте закроем этот вопрос навсегда. Здравствуй, Бали! Welcome to Bali! Welcome to Bali! Hi, welcome to Bali! Летом не надо забывать про бабушек и дедушек. Бабушка, это Юля. Знакомьтесь, а это мой дедушка Александр Иванович, чемпион семьи по шашкам. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, Юлюшка. Ну что, партия? Ну, давай сыграем. А шашки — это умная игра или развлечение? Ну, она и умная игра, и развлечение. Чему может научить эта игра? Ну, эта игра многому может научить. Мышлению, усидчивости. Потом, конечно, были памятные дипломы и подарки, слова благодарности родителям и педагогам. Знали, что мы и так бестолковые. Думаю, каждая жизнь каждого ученика, ребенка не обойдется без учителей. И без родителей тоже, конечно, им отдельное слово. И здесь находятся все люди, которые нам помогали в течение для кого-то одного года, для кого-то двух, для кого-то уже три. Спасибо вам огромное. Вы нас научили очень многому и... Благодаря вам у нас получились такие хорошие дипломные работы. Спасибо всем. В конце каждого курса выездное мероприятие становится все интереснее. Скажу вкратце, просто спасибо большое. Спасибо большое всем педагогам, что учили нас, учили этому удивительному мастерству. Спасибо. Спасибо всем огромное. Это был замечательный год, хоть и первый. Вы дали очень много нового и показали очень много интересного. Спасибо вам за то, что нас обучали. Все, кто мы были, мы одна большая семья. Спасибо вам огромное. Желаю вам счастья, самой лунной жизни. Спасибо, Екатерина хочет уже давно обнять и поцеловать. Спасибо все, что вы сделали для нас. Пожалуйста. Спасибо за то, что вы нам сделали, то, что вы нас научили, то, что вы нас показали нас по телевизору, это очень приятно. Этот год прошел очень быстро, в нем было много интересного. Да, дети? Спасибо вам, что не кинули нас, как слепые хотят, в воду. Мучились с нами, в конце концов, домучились. Спасибо. Пожалуйста. Что 13-я вышла. Выйдет еще. Спасибо за данные нам знания, которые мы применили на своих работах. Время с вами и за этот прекрасный шагов. Впереди каникулы, время строить планы и готовиться покорять новые вершины в дружной команде «Телесити». Третий сезон «Телесити», ура!
С вами были Ксюша, Максим и Телесити. Увидимся в следующем сезоне. Всем пока!